Шестое Всебелорусское народное собрание открывается сегодня во Дворце Республики в Минске. Делегаты обсудят итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Делегаты обсудят итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на следующую пятилетку. Мозырщину на главном политическом форуме представляют 22 делегата.